Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан. Мы продолжаем играть на сервере Poké World Special. И, ребята, сейчас, знаете что? Я так подумал. Сейчас, секундочку. То, что ты хочешь показать. Так. Ребята, я так подумал, может нам сейчас какой-то домик себе сделать, потому что... Инвентарь уже полный, я без дома как-то, я себе не чувствую то, что есть куда нам возвращаться или там куда нам складывать ресурсы. Я не знаю, ребята. Где строить дом себе. Я, может, хотел себе банальный какой-то домик в горе построить, допустим. Где-то... Чтобы, знаете, чтобы палевна не было, чтобы потом гости ко мне не ходили и через летающих покемонов ко мне не пробирались в дом. Поэтому, ребята, как-то я хочу в горе себе построить дом. И чтобы туда не так уж и слышно. Не так уж и просто было зайти. Но нужно себе выбрать какую-то гору. Я действительно хочу где-то в горе себе дом построить. Давайте вот тут, например. Я как раз сейчас пробегал, но... Ща. Розыгрыш домов в воскресенье, а не в субботу. Так. Завтра нет определенного времени, когда. Когда я зайду, когда я смогу зайти. Так. Сейчас, ребята, посмотрим. Где можно домик себе построить. Ух, я на эти вопросы так люблю отвечать, ребята. Когда говоришь 30 раз, что завтра, они... Когда? Я не знаю, когда, ребята, когда я проснусь, когда я покушаю и когда я смогу зайти. Третий раз говорю. Розыгрыш. А не сегодня, не в субботу, не в пятницу, не в понедельник, а в воскресенье. Так. А может тут где-то себе домище построить? Например, тут у нас входик будет. Сюда мы будем заходить, и там у нас где-то наверху. Просто, ребята, понимаете, не будем мы же только ловить покемонов. На предыдущем сервере, если вы помните, давно у меня тоже был вот этот сервер, тоже VIP. Там я себе и дом строил, и априкон выращивал, и все остальное делал. В принципе, мне кажется, тут тоже так нужно, потому что... Что тут еще делать? Не только же ходить, орбы прокачивать и все остальное, а... А еще, в принципе, нужно и дом себе построить, чтобы ресурсы складывать. Так. Я не знаю, может где-то... Где-то... Так. Ща, ребята, ща мы что-то придумаем, где себе домик можно построить. Какой-то прикольный хотя бы. Например, вот тут, если вход будет, да? Верстак у нас, да, можно себе верстак сделать. Так, ща, это выкинем. Это сюда. Ступень, в принципе, да, ступеньки нам тоже нужны. У нас, ребята, нам еще в шахту нужно будет потом пойти. Потому что у меня нету ни ресурсов, нифига. Кто там падает? Дюдуд, я думаю, кто-то следит за мной, что ли. Так. Ща. Что там мы, ребята, придумаем? Какой-то классненький вход. Фиг его знает. Ну, я не знаю. Например, если вот тут вход будет, да? Вот тут вход. Так, ну сначала, пока, ребята, у нас нету большого количества ресурсов, то, мне кажется, можно и так сделать. Опа. Отлично. Я бы деревья повырубал. Хотя, в принципе, тут можно. Хотя, я не знаю, я же тут ставил деревья, они тут не будут лишними. Ну ладно, давайте вот это одно срубим. Все же. Это как бы украшение, да, то, чтобы не было пусто на спавне, поэтому тут и стоят деревья, но ладно. Так. Все отлично.
Срубили, спускаемся. Как раз у нас есть вот это, 3-4. Нам бы тут действительно, ребята, сейчас сделать сундучок хотя бы один. Во. Да, забрать. И поставить все, что, в принципе, нам сейчас не очень так и важно. У нас 22 алмазных коина уже, нифига себе. Так, давайте тогда вот это все. Алмазная кирка. А, ну, в принципе, это мне кто-то подарил алмазную кирку, я помню. Ну, в принципе, ладно. Так, это когда... Нет, это сюда, это сюда, это сюда. Ребята, я еще раз говорю, я извиняюсь, то, что я сейчас строю, то, что я сейчас дома делаю и все такое. Ну, в принципе, тоже поймите, не только же... Как? Заходим в игру, идем на озеро, ищем мэджикарпов, убиваем их, прокачиваем орб, выбиваем рыбу, идем продаем и качаем орб, потом покупаем алтарь и потом спавним легенду. В принципе, вот эти вещи же тоже где-то нужно складывать, а то у меня, если честно, уже и места не было. Так, в инвентаре точнее, да, места уже и не было. Так, давайте тогда вот тут мы начнем. Я не буду делать какой-то домик в горе, то есть вот так, да, все. Домик готов. Тут верстак, сундук, печка и все, это наш домик. Не, конечно, я такое не буду делать, я буду какой-то большой делать, но сама суть то, что я хочу его сделать в земле, в земелюшке. И хочу посмотреть, что с этого получится. Так, тогда тут два, тут тоже два. И... какие факелы, если мы даже, ребята, в шахте не были. Может, нам сейчас в шахту пойти прямо сейчас на спавне? Тут же спавн запривачен, никто не может в шахту ходить, поэтому никто там ресурсы не понадобывал. Так, ладно, давайте еще тогда выкопаем, потому что у нас ни угля нету, нифига у нас нету. А в шахту, в принципе, действительно нужно сходить, вдруг мы там какие-то ресурсы найдем, потом еще даже продадим в это... Как его? Ну, в магазин, и, в принципе, на этом еще и навариться можно. Так, что я хотел? Дерево. Давайте тогда, ребята, уже сразу дверь сделаем двойную. Во. Поставим ее вот сюда и вот сюда. Посмотрим, как она тут получится. Нет, не тут. Не хотел я тут ее ставить. Так. Вот тут, мне кажется, лучше будет. Не так далеко, да, вот так лучше. Отлично. Такой небольшой, конечно, домик, но все же. Тут может какой-то подъем наверх сделать. Или тут, смотрите, ребята, если тут будет где-то спуск в шахту, если мы ее, конечно, найдем, то тут будет подъем. О, давайте так и сделаем, ребята. Тут такой небольшой спуск в шахту будет, хотя как небольшой. Давайте тогда еще на один. Какие вопросы? Ща, тогда тут мы это вот так, и тут еще на один. Откуда я знаю, почему там разработчики Поке того там поставили зеленый вот этот треугольник на карте? Он показывает верх карты, вот, где находится верх, как бы, что-то в этом роде. Смотря какой треугольник, если синий, то игрок, а если вот этот зеленый, то показывает верх. Так. Если вот тут... И вот тут, например, да, вот тут давайте. Тоже какой шайни, я, ребята, не могу знать. Как, какой попадется, такой и буду разыгрывать.
Так, ну, если вот так, например, то да, вниз показывает. Но если включить карту вот так, то она показывает вот туда, например, вот так, и она вверх показывает. Так. Сейчас, ребята. Сюда. Я не знаю, ребят, действительно, нам нужно и уголь, нам нужно и другие какие-то вот эти вещи. Даже если, например, те же алмазы найдем, будет офигенно, потому что мы их сможем продать и, в принципе, можно сказать, навариться. Так, пойдем, ребята. Я надеюсь, тут шахта вообще будет, если она будет. Если нет, то тогда будем, не знаю, вот так просто копать, потом в длину будем копать, да и все. Так. Сейчас, ребята, немного прокопаемся. Давайте какой-то к 40-й высоте. В принципе, потому что мы сейчас в горе, да, и поэтому такая большая высота у нас получается. Поэтому давайте как можно больше раскопаем. Нам нужно хотя бы тот же уголь найти, чтобы хотя бы те же факелы сделать. Если сделаем, будет офигенно. Так, сейчас. Какая 70-я? Мы уже столько прокопали, а еще только 70-я. Ну да ладно. Ну давайте тогда, чтобы не к 40-й, давайте где-то 50-й. Потом, если что, еще прокопаем, потому что это действительно и долго, и скучно, и нудно. Но все же, ребята, это часть, ну не, да, хотел сказать выживание, но это никакое не выживание. Ну, в принципе, просто, чтобы и ресурсы добыть, чтобы развиться. Чё ответь? Пишут ответь, ну хотя... это еще что такое? Это еще... Ребята, я извиняюсь, просто у меня тут какая-то херня, сейчас секундочку. Так, все, просто какая-то фигня у меня была с этим, как это называется, твою ж мать, я забыл, как называется. Не флешка, знаете, да как нафиг это такое, знаете, когда в голову не приходит слово, чтобы описать, что тебе нужно. Жесткий диск, вот, жесткий диск у меня что-то написало, что USB там не может опознать это, вот это... Устройство, оно типа не работает. Я прям испугался, нифига себе не работает. Жесткий диск на 1 терабайт стоит там около 200 евро. Не работает. Но уже работает. Так. Какая высота? Ребята, 50-е мы копаем. Как я говорил. Опа. Я где-то лаву слышу. Где-то вот там, но я не знаю, стоит ли туда копать. И тут ли она вообще? О! Где-то вот тут. Вдруг там какая-то пещера? Оп, твою ж. Тогда где-то тут или еще на нас потечет. Что я, в принципе, так и думаю. Так, сейчас... О, ну, твою ж... Ух, ребята, что-то мы нашли, но я не думаю, что это какая-то пещера. Да, это просто залежи лавы, можно и так сказать. О, или там какой-то... Ча. Булыжника у нас дофигища, поэтому можно себе тут такой мостик построить. Нифига тут нету. Кроме алюминия, который нам... Ну, в принципе, продать его как-то можно. Недорого вроде, но все же. Так. Давайте тут так, чтобы, если вдруг лава, то на нас не потекла. А я не знаю, если честно, даже какие там вот эти цены. Я их ставил, но я, если честно, не знаю, забыл просто. Так, ну тут нифига нету, давайте назад. А что это? А, я думаю просто, что я так быстро бегаю, да? А это у нас ботиночки на скорость. Так. Ребята, еще 6 уровней давайте вниз прокопаем. Мы на 56-м.
55-й, 54-й, там 53-й, 53-й. Ну, шахты, как я понял, не видать пока что. Пока что хотя бы сейчас, да, что-то я вообще никак не могу найти. Было бы офигенно, если бы мы хотя бы... О! Не успел сказать, было бы офигенно, если бы мы хотя бы уголь нашли, чтобы те же факелы поставить. И как раз вот тут уголек. Так, сколько? Потому что, в принципе, нам еще и переплавить нужно что-то. И было бы офигенно, если бы его тут куча было. Ну, в принципе, да, нормально. И переплавить нужно, и факелы сделать нужно. Так. Так, отлично. Отлично. Так. Все. Ага, отлично. А какая высота? Ну давайте дальше. Точнее не дальше, а домой потопали. Нужно там хоум поставить, чтобы не бегать каждый раз и не спускаться вот так каждый раз. Ладно, пока топаем. Хотя мы уже тут. Так, хоум. Отлично. Это все нужно в домик. Хотя нет. Сундук лучше не в домик, потому что вот это все выпадет, и нам заново это поднимать все. Так, верстак. Верстак давай. Ну, в принципе, пока что сюда поставим. Сделаем печку. Печку сюда поставим. Половину угля. И вот. Замечательно. Начали уже, ребята. Развиваемся, да? Так, это сюда тогда. Это давайте вот так. Пока что хватит, мне кажется. Во. Так. Что дальше? Что дальше? Я, ребята, тут хочу. Или тут, может, подъемчик какой-то сделать. Если вот, например, вот тут 2 отступить, или тут 3 отступить, значит вот тут делать. Или вот тут 3 отступить. И тут как бы 3 отступить, и тут, значит, делать. И такой у нас подъемчик так, там будет. Тогда знаете что, ребята, давайте еще на один поднимем. И я, ребята, еще раз извиняюсь, если не всем интересно смотреть как-то, как я рою шахты, как я дом строю. Но все же говорю, ребята, это же часть Майнкрафта, без этого, без того, чтобы пойти в шахту и добыть себе тот же уголь на факел, и тут, в принципе, никак. Поэтому более нелогичнее будет не идти в шахту и не добывать ресурсы, чем идти. Если я говорю, ребята, целыми сериями сидеть, 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 сидеть. Зашел, да, в игру, пошел, поубивал Мэджикарпов, понадобывал рыбы, попродавал, прокачал орб. Потом опять зашел, убил Мэджикарпов, продал дроп, прокачал орб, вышел. Это каждый раз заходить, прокачивать, выбивать ресурсы, продавать. Заходить, прокачивать, выбивать ресурсы, продавать. Потом идти покупать себе алтарь и с алтаря вот это... Делать легендара покемона и выходить. И все. В принципе, это тоже не очень так, поэтому нужно что-то и другое делать, ребята, согласитесь. Подъемчик. Давайте тогда. Тройной у нас будет вход. Так. Вот так. Сейчас нужно туда вверх делать подъем. Хотя нет, это же нужно тут поставить, чтобы было вот так. Отлично, и вот так. Ага, сейчас давайте вот тут поднимем. По одному блоку. О, уголек. Ты нам, в принципе, и пригодишься, можно и так сказать. Если тебе там много. Если нет. Ай, так. Можно себе, знаете, ребята, сделать дом из стоунбрика. Не с булыжника, не с обычного камня, а стоунбрика, мне кажется, будет намного красивее. Как вы думаете, ребята? Так, ну давай. Давай, уголь, сколько там еще тебе? Так, а чё, какая у нас? На Unbreaking. Было бы офигенно на Фортуну. Так бы мы и угля больше добывали. Ну, в принципе, вообще, да, уже подарили кирку бесплатно, а он еще говорит, на что бы она была зачарена, да? Так, во, отлично. Сейчас
факел где-то сюда. Нет, где-то сюда поставить. Что-то нам нажарится. Давайте тогда сразу поставим вот так. Вот так. Отлично. Давайте быстренько на спаун, ребята. Палатки. Где у нас палатки? Вот там у нас палатки. Потопали быстренько. А у нас кто? Шайни. Это все у нас шайни в команде, да? Это кто? Ну, это у нас все шайни в команде, поэтому, в принципе, ну, свампер 46-й. Я вообще не в ту сторону бегу, а в эту. Так, побежали быстренько. Сюда. Ребята, если кто хочет играть на сервере, то или подавайте заявку на бесплатный пропуск на сервер, но это говорю, ребята, там участвует по 100 человек, поэтому что выпадет именно вам, то есть одному человеку как-то, ну, сами понимаете, много человек участвует, но чтобы выпало только одному человеку, 100 человек, и это был и кто-то там определенный человек, то это как-то уж... А, у нас тут точно, у нас же тут Stonebricks продается, что-то я немного... И шерсть у нас продается, а какие блоки, так... Кварц, Незербрик. Может, с кварца сделаем себе дом? Стоунбрикс. Ага. Так, ща. А что я хотел? А, продать. Ага. То есть, если у нас 9 штук, то... За 9 штук мы себе получили 27. Замечательно. Так, сейчас быстренько... Хотя, ща. Блоки, покупка блоков. Вот тут. Тогда тут один возьмем. И два возьмем. Так. Никуда, но нету. Нету определенного времени, куда я смогу зайти на сервер. Куда смогут, туда и будет розыгрыш. Так, home. Отлично. Тут у нас 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тут. Тогда, ребята, делаем себе пол, наверное. Это когда как будто последний дом. Так. Так, ща. Это сюда. Я, смотрите, просто я хочу как-то так по кругу так сделать. Сейчас посмотрим, что это с этого получится. Вот так. Тут немного тупо как-то. Такой подъем. Хотя не, нормально. А как у нас тут 1, 2, 3? Тогда тут тоже нужно, чтобы как-то, знаете, соединялось это, что ли. Ща, что-то, ребята, мы придумаем. Так. Ща. Просто чтобы было и с такой же, точнее, так же, как с той стороны, чтобы у нас было как-то два подъема, что ли. Вот так. И вот сюда. Во, как-то вот так. Ага. Что-то писали. Вот, чат. Давайте тогда уже пол сделаем. Вокруг. Как я хочу. Например. Тогда, ребята, мне кажется, нормально идти в шахту. Я так посмотрел. Нормально у нас стоят цены за ресурсы. В принципе, даже отлично стоят цены. Не очень дорого, но не очень мало. За один, как это, алюминий нам дало 3 золотых монеты, что, в принципе, нормально. Так, сейчас такой у нас там подъемчик будет. Тогда нам Stonebricks и нужно будет сделать ступеньки. А если, например, ща, ребята, что-то мы попробуем. Как-то вот тут.
Смотрите, ребята, как вам лучше нравится? Ча, я сделаю с одной стороны по одному, а с другой стороны по другому. Тут у нас 1, 2, 3. Хотя тут не получится так. Сейчас. 1, 2, 3. Нужно было вот тут делать. Твою ж. Ну, ладно, тогда 1, 2, 3. Вот такой у нас вход будет. Тогда тут давайте дверь сделаем. Факел. Во, такой у нас вход будет. Смотрите, ребята, как вам больше нравится? Пишите в комментариях, как вам больше понравится. Как вам, да, больше понравится, так я, ребята, сделаю и наш дом. Или... Вот, как вам нравится? С этой стороны или с этой стороны? То есть слева или справа? Тут у нас, смотрите, тут у нас stone bricks идет по краям, типа как конец стены, да, вот тут. А по центру у нас идет обычный камень, то есть пережаренный, ну или недобытый, да, то есть не выкопанный, а вот такой обычный, вот так. Или с этой стороны конец стены stone bricks, вот так. И по центру кварц. Я не знаю, ребята, мне кварц нравится, и мне нравится вот это. Так, давайте тогда еще, знаете что? Ступенечки. Я просто хочу посмотреть кое-что. Тогда тут, смотрите, тоже сделаем. Сделаем вот так. Тут. Вот так. Так. И вот так. Тут давайте это уже выкопаем тогда. Вот, такой у нас вход будет. Мне нравится, ребята. Я не знаю, как вам, но мне кажется, что в принципе прикольно. Так, и у нас уже его тут жарится. Замечательно. Это тогда забираем. И где? 53. Отлично. Мне нравится, ребята. Например, еще вот тут так сделать. Это у нас, если тут идет, тут заканчивается. Да, нормально. Тогда. Тогда. И тут идет. Тут тоже вот так. Тут у нас тогда получается. Вот так. Ща, ребята, что-то вымудрим. Какой-то, чтобы красивый дом был. Ну, в принципе, на сервере, но на сервере тоже красивый дом нужно иметь. Не хоть что, не какую-то коробку поставите, чтобы она была. Согласитесь, тоже. Вот так. Ну, давайте тогда я уже и тут сделаю, чтобы просто посмотреть, ребята, как это получится. Так, во. Во. Но все же, ребята, напишите, как вам больше нравится, с кварцем или вот с этим камнем. Если честно, не знаю. Нужно было шахту немного вот тут сделать, что ли. Вот тут вход нужно было сделать, а не тут. То есть нам нужно сейчас будет спускаться и вот сюда идти. Ну ладно, тогда давайте опять. А у нас 1, 3, 4, нам еще одно дерево нужно. Давайте тогда еще вот это срубим. И... Отлично. Так, домой. Быстренько сюда. Дальше. Что я хотел? Вот так. И сделать, ребята, дверь еще одну. И посмотреть, как она будет. Твою ж. Во. Ну, в принципе, да, так лучше, но просто то, что у нас... Смотри, как шахта получилась. Или просто тут... Не, немного тупо, конечно, получилось. То есть, что нужно будет в бок сюда заходить. То есть, не так прямо спускаться, а вот так в бок. Ну, ладно. Сюда вот это.
И, ребята, на этом заканчиваем. Ставьте лайки за то, что большая серия у нас получилась, если честно. Ну, тогда еще давайте, чтобы просто-напросто, ребята, посмотреть, как это будет. Так. Ай. Вот. Такой у нас подъемчик сюда будет. Ребята, еще раз извиняюсь за то, что серия строительская, но я уже объяснял, почему, и, в принципе, строить тоже это часть Майнкрафта, без этого, в принципе, никак. Поэтому, ребята, я извиняюсь, но все же построили хотя бы вот какой-то дом. Не прям офигенный, но хоть что-то. Или, в принципе, мне кажется... Ща, давайте я тогда еще что-то попробую. Ну, не знаю, тут тогда много места получается. Может, тут картину какую-то сделать. Или вот так, что мне кажется еще лучше. Тогда это забираем. Ай. Сюда и сюда. Вот так. В принципе, нормально, мне так кажется. Ребята, давайте закончим. Вот у нас такой домишко. Никому не говорите, что он тут. Вообще тихо, ребята. Никому не говорите, что он тут. Это все бы нужно было бы переместить, но потом я перемещу это. Так, отлично. Вот так. Чтобы никто не зашел в наш дом. Все, ребята, давайте на этом закончим. Мы начали... А, да тут столько угля, я что-то... Мы начали строить дом, но, ребята, потом мы его продолжим. А я действительно говорю, я извиняюсь, то, что не ловим покемонов, то, что не прокачиваем, а что-то по-другому, потому что не только же ловить, а нужно себе дом построить, потому что смотри, сколько у нас ресурсов, и то уже у нас не остается. 22 алмазных монеты, еще столько же приблизительно, и мы уже можем покупать алтарь. Ну, не столько же, чуть-чуть больше, но все же. Ребят, на этом заканчиваем эту серию. Ставьте лайки, если хотите играть на сервере, я уже объяснил, ребята, вы можете купить пропуск за небольшую сумму. Что я еще хотел сказать, то, что на Рождество, на Новый год будут тут большие розыгрыши шайни, там, легендарных, обычных, шайни и все такое. Можете успеть, ребята, купить пропуск, или можете попытаться выиграть бесплатный пропуск на сервер. Следующий раз у нас будет 10 декабря розыгрыш бесплатного пропуска. Как раз сервер перезагружается так сразу, поэтому как раз мы, ребята, так закончили. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Что я, ребята, не о том думаю. И всем удачи, и всем пока.